Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в метро Redux. Итак, я, короче, решил перепройти главу с D6, я это сейчас сделал, потому что когда я приступил к башне, я уже записывал, я там просто задыхался, мне не хватало кислорода там, и типа вот сейчас вот в D6 я прошел, вот залутался, вот тут вот патроны у меня есть, какие-то даже противогаз, ну там минут на 11. Короче, надеюсь, сейчас башню мы с тобой последнюю главу пройдем, потому что в D6 я сейчас нормально так залутался. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Так, ну все, теперь у меня все припасы есть, думаю, продержусь. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Ладно, сейчас достану свой любимый дробаш сначала. У меня теперь патроны есть. Ну давай, падай, подходи. Отошли нахуй. Держим. Блять, сука, как ты? Вот падать-то, а? Блять, как я ёбнулся-то. Демоны, у, пиздец. Пиздец. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артём. Я останавливаюсь не на секунду. Да, побежали, брат. Слева. Они слева. Теперь справа. Да съебись. Вперед. Давай. Давай, отец, давай, мы прорвемся, давай. Да сука, отъебись. Давай, отец. Сука, ты. Артём! Сюда! Так, дробаш кончился, окей. А нет, не кончился. Вот что значит, надо лутаться, пацаны. Никогда это не забывайте, как я забыл. Так. Да ты... Блядь, ты уже патрон нахуй нет. Давай, вперёд! Давай. Я сейчас буду стрелять деньгами, потому что обычных кодигу нет. А не, обычные есть, нет. Давай скорее сюда. Или нету? Кажись, нету обычно. Артём, осмотри комнату. Почти попал.
Так, отлично, противогаз. Патрончики. Ну чё, может ты... Вот, наконец-то сменил. Так. Мы как бы невидимые. Да и на вкус твой не очень. Так, отлично, тут залутался. Ну, блядь. Больно. Так. Стой! Проклятие, огонь! У меня тут что-то этот потерялся. Вперед, вперед! Вперед, вперед, давай. Давай, братец. Давай. Или тихо. Пошли. Давай, мельник. Давай только вперед. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Явно что-то есть. Так, окей, отлично. Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Окей, давай. Давай, давай, упырь я жало, давай! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Угу, держусь, держусь. Ебать, несемся нахуй. Было больно. Ебать. Вся Москва. Ладно, Артём, нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Ага, прячусь, так, подожди, кто я? Ух, ё. Пошёл вон. Она улетела! Найди способ сюда забраться! Так. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. Мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовые тучи, будто стена стоит. Ступени изъедены временем и крошатся под ногами. А ветер такой, что кожу с мяса сорвать, кажется, может. Нас не ждут на небесах. Наше место под землей. Так. Чё, куда? Сюда, да? Давай. Чё, есть чё? Шарить. Подыхай, тварь! Иди, Артём, иди! Да твою... Пипец. Как он меня сожрал, да? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Отлично. О, еще противогаз, хорошо. Давай, бегом, бегом. Еле там, борется, борется. Мельник молодец, мельник помогает, мельник борется. Закрыто, зараза. Дайте. Тоже закрыто. Все закрыто, что делать? Так, что делать? Я брек. Что делать-то? Так.
сюда я попал? Я даже не пойму, как я туда попал. Так, я прошел. А, осторожнее! Блин! Пипец, брякнулся. Так, давай еще раз. Она улетела! Я встал понимать. Ой, нифига эти монетки бросили. Ты же отсюда! Так, отлично. Тут осталось пробежать немного. Сзади! Осторожнее! Пригнись! Пригнись! Блин, не успел. Так, давай еще раз. Она улетела! Нет, Рокки! Выбирай! Сзади! Осторожнее! Что я успел, это хорошо. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Наверху. Так, давай наверху, наверху. Сюда, сюда, да. Молодцом! Отлично. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Сзади. На связи, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Тишка, ты. Прибил. Слава богу. Вот чёрт. Ульман, как слышите, меня ранили. Будьте на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Окей, давай. Погнали. Куда наверх? Наверх так наверх какие. Так, наверху. Ладно. А, вот наверх. Так, вот тут я спрятался. Я вышел. Так, что тут? Куда? А, вот оно. Пипец. Еще раз. Не то нажал, наверное. И какая русская? А, у. Так, держусь. Держусь. Так, отлично. Перемрался. Хоть как-то. Так, теперь сюда, да? О, отлично. Вот и все. Кто? Артём, прием! Слышите? Что такое? Так, отлично, отлично. Пробираемся. О, хорошо. Смотри,
ползи. Давай, давай. Отлично. Так, что тут? Вон он дальше-то. Так, вот я тут. Противогаз. На 8 минуток. Так, куда? Куда дальше-то? А, вот здесь. Уничтожьте его. Артём, прием! Слышите? Ух, фига себе. Глючит, пацаны. Так, отлично тут. О, все на самой крыше. Вот и всю Москву видно. Ну что ж. Окей. Погнали. Пора запускать. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Окей. Мы остановим тебя. Да не надо. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Что с тобой не так-то? А в чем прикол? Что это такое? А, то есть у меня есть варианты хода, что ли? Нельзя позволить ему. Фига себе. Вот это его глюч сейчас, конечно. Офигеть. Да не сдамся, хрен там. Нельзя позволить ему. Остановить его. Я не сдамся. Так, куда я бегу-то? Я тупо бегаю по кругу, что дальше-то? Я
Как я сюда побежал-то? А, во. Все понял. Не сдамся. Не сдамся. Я не сдамся. Нет. Не-не-не. Остановите его. Нельзя позволить ему. Да не-не, успокойся, нет. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Артём! Артём! Остановите его. Что происходит-то? Что происходит-то? Так, окей. Что делать-то? Так, еще раз. Там, оказывается, надо удачно прыгать. Я жду. Давай, я жду. Давай еще больше грузить что-то. О, отлично. Идем дальше. Не надо меня останавливать. Не сдался. Нельзя позволить ему. Он пришел истребить нас. Нельзя позволить ему. Так, отлично. Отлично, идем, идем. Не-не-не, к тебе мы не идем. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Остановите его. Подальше бежим. О! Этот, что ли? Врагов надо истреблять. Офигеть. Он пришел истребить нас. А мне точно надо это сделать? Ладно, прости. Она уж и не живая, злая. Уничтожьте его. Остановите его. Уничтожьте его. Не позволим ему. Даже не хотел этого делать. Захват цели завершен.
Артём, вылетело! Принимайте посылочку! О! Доставка по швам. Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили». А это типа хорошая концовка. А, ну по идее это хорошая концовка. Ладно, дорогие друзья, вот такая вот у нас вышла метро. Теперь ждите новые серии по метро Last Night. Я, разумеется, буду проходить сейчас еще и вторую часть. Но это в скором времени, пока передохнете немножко от метро. Ну, такая вот классная игрушка. Могли же люди вот сделать нормальные игры. Ладно, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорой встречи, всем пока. Да, всем пока.